Шалом алейхем, дорогие друзья. Меня зовут Йонатан. И недельная глава у нас Нецавим. Она рассказывает о том, что перед смертью, в день смерти Моше Рабейну, собирает еврейский народ, чтобы заново установить союз между Богом и евреями, который был уже, в принципе, принят на горе Синай. И он как бы еще делает, так, укрепляет союз, да, создает как бы такой мощный фундамент, так как прошло определенное количество времени. И он говорит, что вот все главы еврейского народа, все мужчины, женщины, дети, водоносы, дроворубы, все, кто принял гиур, и такие были люди, которые, узнав, что Всевышний вывел евреев большими чудесами из Египта, и, в общем, быстренько под шумок решили поменять свой статус на кошерных израильтян. Вот. Также он говорит, что все души, даже те, кто не присутствует в живой плоти, тогда, в общем, все-все те, кто эти поколения, кто должны были родиться, принимают союз, вот, дают клятву, что будут служить Творцу, что будут верны его Торе. В общем, будут вести и соблюдать то, на что, как говорится, они подписались. Вот. И также он предупреждает, и там все разделено на таких две части. Это благословение, одна часть благословений еврейского народа, когда они соблюдают, когда они ведут достойный образ жизни, и наоборот, все те проклятия, которые могут упасть, так сказать, спуститься на еврейский народ. В принципе, что и произошло, к сожалению, или к счастью, сложно мне об этом говорить, то, что мы видели 2000 лет, в принципе, ну, вот на земле Израиля никто не жил, да, она была пустынна, она была просто выжжена, и как Содом и Гоморра, грубо говоря. Вот. Даже Марк Твен говорил, когда посещал эту землю, что писал о том, что он как бы не видел таких земель, как Израиль, настолько пустых, настолько холодных, настолько без, как бы безжизненная почва, да, то есть ничего не росло вообще, было просто, просто было ноль вообще. Это даже тяжело представить, что было. Сейчас то, что в Израиле происходит, и все как красиво, и все цветет, это, видимо, исполняется то пророчество о том, что выйдет Тарась из Сиона, что еврейский народ все же сделает шву, раскаяние, и будет верным своим обещаниям. И все будет хорошо. То, что и происходит сейчас. Вот. Так что Шана Това Умутука. Всем счастливого и сладкого, хорошего Нового года. Пока-пока.